Редактор «Телеэкспресс» представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Еще один этап позади. Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по математике. Отопительный сезон завершен. Тепло отключили. А когда в ноябрьске не станет и горячей воды? Что обещают нам синоптики? Наступит ли в этом году лето? 100 баллов не набрал никто, а самый максимальный результат – 96 баллов – выпускницы из 7-й школы. Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по математике. В этом году в ноябрьске его сдавали 765 человек. Напомню, математика относится к категории обязательных, и результаты по этому предмету влияют на получение аттестата. В департаменте образования заявили, что нарушений во время проведения этого экзамена в ноябрьске выявлено не было, и никого из школьников удалять из аудитории не пришлось. 97% справились с заданиями. Те, кто не справился, имеют право пересдать в этом году 19 июня этот экзамен и получить аттестат. Приказом Министерства образования и науки был утвержден минимальный балл по математике – это 24. 22 человека с экзаменом не справились. Чтобы спортивно-технический клуб смог получить технику, пришлось вмешаться прокуратуре. Все дело в том, что в июле прошлого года директор СТК заключил договор на поставку 4 мотоциклов. В этот же день учреждением и поставщиком были подписаны акт приема передачи транспортных средств и транспортная накладная. В августе заказчик перечислил на расчетный счет поставщика более 160 тысяч рублей. Позже выяснилось, что на деле СТК принял мотоциклы другой марки, которые имели иные технические характеристики, благодаря чему в договоре была прописана меньшая сумма. По выявленным нарушениям директору учреждения назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, который уплачен в полном объеме. Кроме того, нарушитель за свой счет приобрел 4 мотоцикла марки, указанные в договоре, и отдал в распоряжение спортивно-технического клуба. Медики продолжают бороться за жизнь пострадавшей во время пожара. Напомню, в пятницу днем на территории промзоны сгорело бесхозное строение, которое несколько бездомных горожан оборудовали под жилье. На месте пожара спасатели обнаружили труп 52-летнего мужчины. Кроме того, сильнейшие ожоги получила 56-летняя женщина. По данным сотрудников ноябрьской ЦГБ, она до сих пор находится в тяжелом состоянии в реанимации. У пострадавшей обожжено более 50% тела, но она находится в сознании. В пятницу в дневное время при проверке сообщения об обнаружении в ходе тушения пожара, происшедшего в жилом строении на панели В промышленной зоны города Ноябрьска, факт гибели в огне пожара пожилого мужчины был подтвержден. В настоящее время нами по этому поводу проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия, в том числе и причины возгорания. К этому назначены судебно-медицинская экспертиза и ряд пожаротехнических исследований, которые позволят определить как место возгорания, так и его причину. В настоящее время основной причиной возгорания мы считаем неправильное устройство эксплуатации печного отопления. А именно, в строении была устроена самодельная металлическая печь, видимо, которая и стала причиной пожара. Сегодня в ноябрьске полностью отключили отопление, а значит, отопительный сезон в городе завершен. Распоряжение об этом в администрации города было подписано в пятницу, и в тот же день «Энергогаз Ноябрьск» прекратил подачу тепла в промышленную зону. Далее был отключен жилой фонд, и в последнюю очередь тепло перестали подавать в школы и детские сады. Напомню, плановое отключение горячей воды город ждет в августе с 5 по 19. В это время «Энергогаз Ноябрьск» проведет основные ремонтные работы на системах газа и электроснабжения, котельных и системе водоснабжения. На этот же период запланированы и гидравлические испытания. А до этого времени в разных районах города возможны кратковременные и полные отключения ресурса. Без воды люди будут оставаться не больше, чем на один день. И это связано с промывкой внутриквартальных сетей, а также с установкой приборов учета на центральных тепловых пунктах. Деньги на ремонт есть, теперь надо проконтролировать их расходование. Такое заявление опубликовано на официальном сайте правительства округа. Ямальские коммунальщики на подготовку к предстоящей зиме из окружной казны получили 1 миллиард рублей.
Помимо этого, дополнительные средства на капитальный ремонт объектов энергетики заложены в городских и районных бюджетах. Первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников заявил, что необходимые ресурсы есть, и сейчас важно тщательно контролировать весь ход работ. Все должно быть сделано в срок, а главное – качественно. На подготовку объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры к зиме окружным бюджетом предусмотрен практически 1 000 000 000 рублей. Средства на осенне-зимнюю кампанию зарезервированы и в бюджетах муниципальных образований. Можно говорить, что ресурсами важнейшее для северов направление работы обеспечено. Немаловажной задачей сегодняшнего дня считаю контроль над ходом работ, своевременностью и сроками выполнения всех запланированных мероприятий, а также качеством проведенных ремонтов. Возможность дать свою оценку, провести своеобразный аудит комплекса мер по подготовке к зиме смогут не только контролирующие инстанции, но и каждый житель округа. Эффектом проведенных в летний период работ будут тепло, свет и чистая вода в каждом ямальском доме, доставленные своевременно, надежно и без сбоев. Договор между Тюменской областью, Югрой и Ямалом будет продлен до 2020 года. Отмечу, срок действующего соглашения истекает 31 декабря 2015 года. Сейчас в каждом из регионов ведется разработка бюджетов на 2014, что потребовало, не дожидаясь истечения срока действия соглашения, принять решение об условиях его дальнейшей пролонгации. При подготовке документа особое внимание было уделено созданию условий для реализации межрегиональных инфраструктурных проектов. Надо сказать, что договор не раз уже доказал свою эффективность. Он приносит реальную пользу и тюменцам, и ямальцам, и жителям Югры. За время его действия реализованы десятки важных проектов в различных сферах, направленных на улучшение качества жизни. А форма взаимодействия через программу сотрудничества только способствует дальнейшему социально-экономическому развитию трех территорий. На 3 дня пересесть из кресел молодых специалистов в кресло первых руководителей нефтедобывающей компании. Такая возможность была у 10 сотрудников «Газпромнефть» Ноябрьск-Нефтегаза. На подмосковной базе отдыха молодые люди участвовали в специальных тренингах, играх и выполняли творческие задания. Так роли Кристины Гостевой и Радмира Калимулина о том, как «Газпромнефть» заботится об экологической безопасности и который называется «Наш пример заразителен для каждого», получил статуэтку нефтяного «Оскара». Но главное, отмечают все участники семинара, что на этом слете они учились договариваться и принимать решения. Договариваться приходится даже внутри компании, внутри даже между отделами или подразделениями. И зачастую иногда даже просто от простого общения зависит результат. Мне наиболее понравилось, это, наверное, именно деловые симуляции, бизнес-игры, где мы почувствовали себя именно в генеральском кресле и поняли, насколько серьезные решения принимаются руководством, насколько мы должны учитывать все стороны деятельности предприятия и идти, возможно, какие-то риски. В воскресенье врачи отметили профессиональный праздник. С Днем медицинского работника своих коллег поздравил директор департамента здравоохранения Николай Винокуров. А глава администрации Ноябрьска лучшим представителям профессии вручила благодарственные письма и почетные грамоты. Отмечу, по данным департамента здравоохранения Ямала, в округе трудится свыше 14,5 тысяч медиков. Однако ямальская медицина продолжает испытывать дефицит кадров. Сегодня больницы автономного округа готовы принять на работу более 300 специалистов высшего профиля и столько же среднего медперсонала. Выпуск продолжит блок спортивных новостей. Волейбол плотно и навсегда вошел в жизнь Павла Мусинова намного раньше, чем нефтянка. Просто в небольшом поселке, где он жил вдвоем с мамой, этот вид спорта был в почете. В округе волейболом занимались все, и взрослые, и дети. Так и получилось, что уже с 1 класса Павел пришел в секцию волейбола. И помимо того, что это хорошая физическая нагрузка, говорит нефтяник-спортсмен, волейбол учит мыслить, просчитывать наперед свою игру и предугадывать тактику противника. На самом деле он такой, ну, тоже достаточно умный вид спорта, потому что, да, надо, ну, потому что порой у тебя, ну, есть перевес силы соперника, и ты должен что-то сделать с этим. В старших классах Павел стал капитаном школьной команды в своей возрастной группе. Дальше, уже вместе со сборной по волейболу Томского университета, становился чемпионом спартакиады среди вузов и последние 3 года вносит весомый вклад в копилку побед волейбольной команды «Газпромнефть» Ноябрьск-Нефтегаза. Год назад ноябрьские волейболисты-нефтяники победили в спартакиаде среди команд блока разведки и добычи компании «Газпромнефть», а Павел стал лучшим спортсменом соревнований.
В этом году наша команда стала серебряным призером, а Павел назван лучшим блокирующим. Конечно, говорит он, добиться успеха в командном виде спорта можно только сообща с теми, кто рядом. В любой отрасли тебе нужна команда. Соответственно, какие-то базовые правила общения с людьми и работе в команде ты точно здесь получишь. Умение работать в команде на общую цель, на общую победу спортсмену-нефтянику пригодилось и в нефтедобывающей компании. Сегодня Павел возглавляет отдел, который определяет ресурсный потенциал отдаленных месторождений «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза», а также тех месторождений, которые «Ноябрьскнефтегаз» могли бы заинтересовать. Позже этот анализ учитывается при разработке и формировании стратегии всего предприятия. Это, в принципе, везде у тебя должна быть база хорошая, то есть, в принципе, для каких-то там свершений. А база есть, благодаря чему она есть? Благодаря тому, что я с первого класса, меня отдали в секцию волейбола в моем родном поселке. Потом я продолжил это, протянул через всю школу, через весь универ и, ну, собственно, пришел, и здесь еще и играю до сих пор. К слову, волейбольная команда «Ноябрьскнефтегаза» полностью состоит из тех людей, которые работают на предприятии. Никаких профессиональных спортсменов здесь нет. При этом сборная всегда остается в тройке лидеров среди городских волейбольных команд. И лидерами ее делают просто хорошие ребята и хорошие нефтяники. Ирина Потехина, Анатолий Присич. Новости нашего города. Россияне не будут переводить стрелки. Напомню, переход на зимнее и летнее время был отменен в 2011 году. После чего многие начали жаловаться на хроническую усталость и недосыпание и прочие неприятные симптомы. По мнению экспертов, произошло это из-за того, что система исчисления времени в нашей стране опережает астрономическое на 2 часа. Несмотря на это, Верховный суд России признал законным решение о введении круглогодичного летнего времени. По словам специалистов Института географии, это позволит более эффективно использовать светлое время суток, что снизит стресс для населения, а значит, сократит аварийность и заболеваемость в стране. А вот установится ли в Ноябрьске летняя погода, мы сегодня поинтересовались у местных синоптиков. Они рассказали, подниматься столбик термометра начнет уже завтра, а в среду, четверг и вовсе ожидается температура до 25 градусов. И летняя погода сохранится до конца недели, а уже в воскресенье снова ожидается похолодание и дождь. Такая нестабильность продлится до конца месяца. А самым теплым, по крайней мере по статистике, в Ноябрьске должен быть июль. Кстати, если кого-то эта информация не сильно обрадовала, не стоит забывать, что живем мы все-таки на севере. К слову, Ноябрьск – самый южный город округа, и здесь всегда теплее, чем в том же Салехарде. К примеру, когда на этой неделе у нас будет плюс 25 градусов, в столице округа ожидается максимум плюс 15. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. А я желаю вам солнечного настроения, всего доброго и до свидания. Партнер программы – магазин «Потис энд Верса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. Июня в Салехарде облачно, небольшой дождь, ветер юго-восточный, температура 14 градусов выше 0. У Муравленко малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду, температура 16 градусов тепла. В Ноябрьске облачно, без существенных осадков, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, температура плюс 17 градусов.